Любители рыбалки, грибалки, я всех вас приветствую. И вы на канале Жажда Поклевки, с вами Дмитрий, как всегда. Ну что, сегодня у нас очередная грибалочка. Очередная грибалочка. Посмотрел я ролики на ютубе, и говорят многие блогеры грибные о том, что пошли, значит, белые еловые. Ну вот прибыл я, значит, в ельник. Ну как тут, сосна, ели, в общем, смешанный лес, но сосны ели выигрывают по численности в этом лесу. Это Серпуховский район, сегодня 21 июля, но пока встречаются уже переростки. Смотрите, одного грибочка я уже срезал. Вот он такой, такой вот грибочек беленький, но при этом посмотрите чистоту его ножки. Балдеть, вообще чистый, хороший лес. Вот, и здесь стоит, значит, следующий грибочек, но этот, мне кажется, уже все-таки перерос, да? Давайте посмотрим. Ну да, уже такой переросточек вставляю здесь его. Ну не знаю, не знаю, будут ли маленькие грибочки или нет. Так что посмотрите и увидите сами далее. Но не забываем ставить лайки, писать комментарии. Можно и дизлайки. Типа, мол, выкручиваю грибы, не срезаю. Я действую как большинство блогеров, причем опытных, я так думаю. Там уже и вычитал в комментарии по поводу микологов и тому подобное. Я думаю, все-таки ничто не стоит на месте. Наши бабушки и дедушки, конечно, учили и меня вырезать, там срезать. Но я думаю, что все-таки сейчас правильнее выкручивать. Потому что много уже людьми, которые идут в этом направлении, знают, как это делать и тому подобное. Так что все, оставайтесь на связи, друзья. И по поводу леса. Ну вот такой вот лесок. Смотрите. Сейчас двинемся дальше. Вот следующий грибок. Вот такой. Опять же, да? Все уже. Все. Молоденьких нету грибов. Получается, я хожу в лесах рядом с Серпуховым сейчас. Недалеко, может, километров 20 от Серпухова. Ну, зато погодка. После дождичка не жарко. Муравейник здесь такой классный. Итак, в общем, замечен грибочек. Замечен. О, вот это да. Уже приятный. Не красавец. Оп. Оп. Да, вот это похоже уже на елового белого. Так, в округе больше ничего нет. Где-то здесь, по-моему, лисичку я заметил. Вот лисички. Вот они. Да. Раз. Два. Третья лисичка. Ну, здесь они такие, конечно, суховатые.
Наконец-то крепыша я заметил. Вот она. Опа. Оп. Да. О. Опа. То, что надо. То, что доктор прописал. Говорит, это уже похоже на белого елового. Я, конечно, не особо прям разбираюсь, но вроде бы он. О, ничего себе, вот еще один рядом маленький совсем лезет, да? Вот такой поменьше. На одном месте два грибочка. Оп. Вы посмотрите, насколько он идеальный. Вообще не червивый. Красавчик. О, беленький. В общем, хожу уже час. Вот что насобирал. Ну, мало, мало. То ли сейчас здесь нет у нас еще второй волны или первой конкретно по еловым белым, то ли, скорее всего, как скажут грибники, места ты не знаешь, дружище. Ладно, сейчас я тогда поеду по своим местам. Здесь заканчиваю. Лес классный. Двинули. Дорогие друзья, включение. Приехал я в свои места смотреть беленьких. Немного уже прошелся, думал, что здесь снимаю по беленьким. Но увидел я вот здесь вот сначала грибочек, да? Подожди, стоит. Вот оно. Бляш. Потом осмотрелся, вот такой вообще, ох, крепыш какой, смотрите, крепушок. Давайте посмотрим, хороший какой, а? Вообще, так, что тут еще? А, вон какой-то там еще грибочек торчит. Давайте посмотрим. Вот. Тоже беленький. Оп. Тоже беленький. Ну, уже хоть что-то. Опа. Сегодня с таким ведром. Давайте того тоже посмотрим. Здоровяк какой, а? Опа, неплохой. Так-то, да, смотрите, хороший даже какой, а, грибочек. Ух, красота, сразу на одном месте три гриба. Отлично. Опа. Ладненько, прогуляемся. Друзья, прямое включение. Замечен еще один грибок. Смотрим. Даже, по-моему, тут их два. Сейчас. Они спрятались тут.
Все-таки еще есть грибы-то. 21 апреля сегодня. Ух, какой здоровый-то, а? Да? Давайте-ка посмотрим. Опа. Слушайте, да вообще прекраснейший. Прекраснейший гриб. Красота. Там рядышком вон второй тоже. Изогнутый. Давайте-ка его тоже. Опа. Вот он, еще один. Такие два грибочка. Также любят их слизняки. Но они, по-моему, вообще прекраснейшие. Смотрите, вот срезал кто-то. Свежие совсем. Мы одни тут ходим. А здесь что? Уставший такой беленький. Да, это уставший беленький. Все уже. Развалился. Друзья, а кто это у нас там такой хороший? Что это там за белый боровичок? Красавчик. О-о-о. Жаль, что один, но очень красивый. Очень красивый, конечно. Давайте подойдем к нему. Здесь вот большие были. Уже тухнут. Вот он, красавчик какой, толстячок. Ой, толстопузик, а. Просто. Порадовал, порадовал, конечно. А, видите, какой он сбоку, да? Отличнейший гриб. Свежачок. Под березовичек встретился. Хорошенький. Давайте выкрутим его. На, неплохой. Обалдеть, вы посмотрите. Это что за... Это что за монстр тут спрятался? Вот, вот это да. Красавец какой. Изумительный. Изумительный грибок. Изумительный. Вы гляньте, какой он высокий. Вообще свеженький, высокий. Сверху чуть-чуть уже потрескался, но ничего страшного. Вкусняшка какая. Вообще, друзья, ходите за такими грибочками. Гляньте, вообще не тронутый, а какой высокий здоровяк. Подосиновички нашел. Такой уже постоявший, взрослый, да? Такой подосинович. И вот малыш. Малыш. Второй. Ну неплохо, неплохо. Пойдет. Друзья, извиняюсь, кое-кого пропустил. Смотрим. Вот он. Кто здесь у нас? О! Отлично. Хопа. Беленький дубовичок. Шмарички белые. Вот они. Смотрите. Оп. Вот красавчики, а. Не зря я сюда заскочил, конечно. Не зря. Вот еще плюс один. Да. Опа. Беляшек. Опа, что такое? Ну, хорош, хороший. Хорошенький. Сейчас, возможно, корзиночку-то мы и дособираем, да? Не забываем, 21 июля, друзья. 21 июля. Ну, мне, конечно, сегодня везет. Вот такой уже. Ну, это постоявший, да? Красавец. Смотрите, вот еще один лезет. Вот еще один.
лезет. А вот еще рядышком стоит. Я думаю, давайте-ка, оп, раз, тут в травке второй, да, такой поменьше, опа, еще чётенький, небольшой, что, сорвем, давайте посмотрим, но он уже все, нет, этот все, большой такой. Эти, ничего, тут стояли, ждали два брата акробата. О, вот это бигфут, вот это здоровенький, рядышком поменьше. Смотрите, какие у него ножищи. Просто. О! У него, конечно. О! Ох, красавчик! Посмотрите на это. Вообще. Сколько он тут стоял-то. Ох. Я думаю, верх, наверное, даже целый будет. А рядом поменьше. Да. Опа. Вообще. Грибок в виде сердца. Посмотрите. Он вообще не червивый. Вот чудо. Забираем. Здесь, конечно, разнесло его, но опять же, посмотрите, здесь тоже черви нет. Это чудо. И вот этот поменьше тоже хорошенький, его возьмем. На супчик пойдет. Друзья, не забываем лайк. Что за красавцы там стоят? Это просто. Отличные грибы. Такие переростки уже. Неужели здесь никто не ходил или их не замечал? Давайте посмотрим. Их покрасуемся ими. Да. А здесь что такое? Друзья, поляна. Смотрите. Вот еще два. А, блин, какие они уже высокие. Какие они здесь высокие уже. Чуть-чуть. Раз, два, три. И все какие крепенькие. Вон четвертый, да? Сейчас еще осмотрюсь. Вот маленький. Еще малыш лезет. Неплохо я зашел, неплохо. Опа, вот еще один. Вот еще один. Супер. Итого 6 грибочков вот на этой замечательной полянке. Спасибо тебе, лес, за такую красоту. Они вообще идеальные. Идеальнейшие. Вообще, смотрите. Чистенькие. Есть ножка. Но, честно сказать, походу они вообще не отпускают. Смотрите. Переходим сюда. Рядышком еще стоят. Еще стоят два друга. Ой, вот это я попал, конечно, сегодня. Стоят два друга. Оп. А у этого-то ножина какая. Вообще.
Ох, крепыш какой. О. Смотрите. Это что-то с чем-то непередаваемо просто. Вот такой. В общем, грибочков насобирал на всех сегодня. Поеду угощать. Нету больше тут-то нигде. Тут видно, кто-то срезал уже, видите, беленького. Ну и нам досталось тоже на этом месте. Так, берем их. Сюда. Еще плюс два. Вот это да. Уже не вмещаются. Надо на базу. Друзья, только вы не подумайте, это не жадность. У меня просто все почти любят грибы. Но так как у меня времени достаточно много, я езжу чаще за грибами и угощаю всех. Так что забираю, стараюсь по максимуму. Они же все равно пропадут. Друзья, пару метров сделал. Еще один стоит. Посмотрите. Еще один стоит. Ну, что такое-то? Это место меня отпустит сегодня, нет? Да, вообще. Получил я просто море эмоций сегодня. В грибалке что-то есть. Так же, как и в рыбалке. Но рыба у нас не отзывается. Хотя бы грибы пошли. Возвращаюсь со своим грибным уловом. И вот, пожалуйста, стоит еще один. Да, сегодня суперская грибалка, суперская. Опа. Вот такой. Блин, вот эти самые любимые такие грибочки. Следом еще два. Вот. Вот оно. Смотрите, какие они тут. Это что-то. Это что-то. Да, их некуда класть. Их некуда класть. Ладно, будем класть в рюкзак. Есть рюкзак с собой, чтобы не возвращаться. Есть рюкзак с собой. Фух, почти дотопал я до автомобиля. По пути встречаются подосиновички. Вон там один. Вот он. Второй. Подосиновичек. Вон третий. Здесь третий подосиновичек, даже четвертый. Да, грибалка сегодня на славу, конечно. Так. Раз. Два. Так, два подосиновичка на супчик. На супчик. Хоп. Сюда. Оп. Третий. На синовичек. Где-то четвертый стоял. Четвертый. На синовичек. А? Вроде все. Фу, выходим, выходим, друзья. Почти дошли, добрались. Друзья, наконец-то дошел до автомобиля. Перебираю грибочки и хочу вам показать, что сегодня удалось наловить. Смотрите, какая грибалка у нас сегодня. Вообще, просто красота. Просто красотища. Да какая. Бесподобные грибочки.
неотразимые. Вообще, грибалкой, тихой охотой я сегодня, друзья, доволен. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего будет интересного. Интересные находки, интересные грибалки, интересная рыбалка. Все, я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий. Всем пока-пока. Ходите за грибочками. Всем здоровья.